как мало кто нуждается в том, чтобы люди во всем мире, и в первую очередь в России, узнали о том, насколько, кто еще не знает, а многие еще не знают, насколько это красиво и на что не похоже, просто бесподобный кусок, часть нашей огромной земли. Мы много чего видели в жизни, но такой, конечно, красоты и радушия, как в Абхазии, почти нигде нельзя увидеть. Мы будем счастливы принимать участие в том, чтобы рассказать об этом всем. Россияне должны это знать, россияне должны приезжать, наслаждаться этим. Я знаю, что абхазское радушие не оставит никого равнодушным. Если с нашей стороны нужна какая-то помощь для того, чтобы наладить работу медиа-центра, мы всегда будем счастливы это сделать. Вы знаете, что здесь работает наш спутник. Я уверена, что коллеги тоже будут помогать. Я сегодня еще там побываю и отдельно дам такое поручение нашим коллегам. Еще раз всем огромное спасибо. Я желаю вам удачи и надеюсь, через год-два, когда вы в полную силу раскрутитесь, увидеть плоды ваших трудов, чтобы о красотах, гостеприимстве, радушии и величии Абхазии знали все.